Один, два, три, четыре. Так называется следующий рассказ Сергикова, который ничего не придумывает с самого начала, поскольку эти цифры как раз высвечивались на дисплее телефона. Телефон показал эти цифры. Созданием порядка, восславлением и прославлением порядка. Все это было содержанием его актуальной работы. И есть содержание его актуальной работы с мирозданием. Ибо мироздание не есть отдельно, а Сергиков отдельно с его рассказами. Это есть взаимодействие все целое, и если Сергикову надо, мироздание осуществит любое его желание, поскольку Сергиков понимает глубину мироздания, и уважает его, и ценит, и способен отразить важнейшие черты этого великолепного. Когда-то чертежники интеллекта чертили, то потом мужик человек. Да-да-да, вот те самые, которых они христиане, большие, проповедники больших ценностей, в кавычках опять, все у них изречено. Так вот, то, что заложено Богом во Вселенной, а именно порядок, оно изменяется, включая порядок человека, контуры, мудрости, которые они формулировали изящным красным. Ну вот, например, раз, два, три, четыре, пять, вышел гулять, погулять. Да? Кто не знает эту детскую сказочку, когда она имеется, чайный конец, вдруг охотник убегает, прямо в зайчик убегает, детям сообщают об этом и не боятся, что они там мрачные, будут всего бояться, потому что вот зайка не умирал, значит, может быть, ребенок какой-то будет умирать, и дети умирают иногда.
исключений, как правило, никто их не считает такими трагическими, поскольку жизнь всегда восполнит те потери, которые неизбежно возникают. Они почти что неизбежны, иногда обходятся без трагических случаев, но все-таки то, что бывает, оно только подтверждает правило, что жизнь идет вперед на полном ходу, набирает свою мощь, причем не одну, а одну за другой, а может быть и несколько одновременно, потому что жизнь распространяется как огонь, как пламя по вселенной. Поэтому жизнь торжественна. Она неукротима и она прекрасна. А вот Снегурочка тоже, она растаяла. Ну как вот зайчик, умирает зайчик, а там Снегурочка растаяла. Она поет, я люблю и таю. То есть она сообщает, что она так любит, что она, конечно же, не умрет и вечно. Она еще придет и несет эту прекрасную пору, крепкую пору, скрипящую мешком, и снова с Дедом Морозом они сделают свое прекрасное дело, то есть осветят мир светлением снежинок, искрением, и люди возрадуются холоду, потому что холод уступит место потом тепло, а потом и летней жаре, которая будет не такая занудная и удушливая, но напротив, пробирающая тело и говорящая, что вот этот жаркий мир, он прекрасен, и жар костей не ломит, как говорит народ, даже если это и баня. То есть народ все уже давно измерил, освоил, сопоставил и пришел к выводу, что мир прекрасен. Да здравствует наш прекрасный мир, который светит, играет и служит счастью всего человека. Один, два, три, четыре. Так называется следующий рассказ Сердикова, который ничего не придумывает с самого начала, поскольку эти цифры как раз высвечивались на дисплее. Он показал цифры, ему показалось это символично. Как раз он занимался все время, вот это время работы со своим наследием. Наблюдение
хотят. Все у них извращено. Так вот, все то, что заложено Богом, а именно порядок, оно измеряется, включая порядок религии, контуры, и вот из этого простого ряда натуральных чисел возникла вся цепь. Это же не секрет, что люди и раньше догадывались об этом и всегда отражали этот простейший принцип в сказках и подобных мудростях, которые они формулировали в ясный крат. Вот, например, раз, два, три, четыре, пять, лучше зайти погулять. Да? Ну, кто не знает эту детскую сказочку, правда, она имеет печальный конец, вдруг охотник убегает, прямо в зайчик стреляет, и папой убирает зайка мой. Зайка же умирал, значит, может быть, ребенок какой-то будет умирать. И дети умирают иногда. И дети не живут. Потому что основная тенденция – это жизнь. Бывают исключения, как правило. И никто их не считает такими трагическими, поскольку жизнь всегда возможна. Те потери, которые неизбежно возникают. Они почти что неизбежны. Иногда обходятся из трагических случаев. Но все-таки то, что бывает, оно только подтверждает правило. Жизнь идет вперед на полном ходу, набирает свою мощь. Потому что холод уступит место потом весеннему теплу, а потом и летней жаре, которая будет не такая занудная и удушливая, но напротив, пробирающая тело и говорящая, что вот этот жаркий мир, он прекрасен, и жаркость не
ломит, как говорит народ, даже если это и баня. То есть народ все уже давно измерил, освоил, сопоставил и пришел к выводу, что мир прекрасен. Да здравствует наш прекрасный мир, который вечен, не умирающий и служит счастью всего человека. Один, два, три, четыре. Так называется следующий рассказ Сергикова, который ничего не придумывает с самого начала, поскольку эти цифры как раз высвечивались на дисплее телефона. Телефон показал эти цифры. Прославлением и прославлением порядка. Все это было содержанием его актуальной работы. И есть работа с мирозданием. За мирозданием есть отдельно, а сердцем отдельно с его рассказами. Это есть взаимодействие все целое. Если сердцем не надо, конец, вдруг охотник убегает, я мог зайчик стреляет, и
бабку с ней умирает зайка мой. Или зайчик, как хотите так и называть. Важно, что печаль конец. Но почему-то детям сообщают об этом. И не боятся, что они станут мрачными. Или всего боятся. Потому что вот зайка же умирал, значит, может быть, ребенок какой-то будет умирать. И дети умирают иногда. И тем не менее жизнь. Потому что основная тенденция – это жизнь. Но бывают исключения из этого правила. И никто их не считает такими уж трагическими, поскольку жизнь всегда восполнить те потери, которые неизбежно возникают. Они почти все неизбежны. Иногда обходится без трагических случаев. Но все-таки то, что бывает, оно только подтверждает правильно. Жизнь идет вперед на полном ходу, набирает свою мощь. Причем не одну, а одну за другой, а может быть и несколько одновременно, потому что жизнь распространяется как огонь, как пламя по вселенной, поэтому жизнь торжествует. Она неугасима и она прекрасна. Ну а вот Снегурочка же тоже, она растаяла. Ну как вот зайчик умирает, зайчик, а там Снегурочка растаяла. И вот она поет, люблю и таю. То есть она сообщает, что она так любит, что она, конечно же, не умрет и здесь. Она еще придет и несет эту прекрасную пору, крепкую пору, летящую пешком. Снова с Дедом Морозом они сделают свое прекрасное дело, то есть осветят мир светлением снежинок, искрением, и люди возрадуются холоду, потому что холод уступит место потом весеннему теплу, а потом и летней жаре, которая будет не такая занудная и удушливая, но напротив пробирающая тело и говорящая, что вот этот жаркий мир, он прекрасен, и жаркости не ломится, говорит народ, даже если это и баня. То есть народ все уже давно измерил, освоил, сопоставил и пришел к выводу, что мир прекрасен. Да здравствует наш прекрасный мир, который вечен, умирающий и служит счастью всего человечества. Один, два, три, четыре. Как называется следующий рассказ Сергикова, который ничего не придумывает с самого начала, поскольку эти цифры как раз высвечивались на дисплее телефона. Телефон показал. Прославлением и прославлением порядка. Все это было содержанием его актуальной работы. И вот и мироздание. За мирозданием есть отдельно, а сердце отдельно его рассказывает.
связаны, это есть взаимодействие всем целым, если сердце кому надо, то мироздание осуществит любое его желание, поскольку сердце понимает глубину мироздания, уважает его и ценит, и способен отразить важнейшие черты этого великолепного здания Вселенной, которое мы так и называем мироздание. Даже вот в этом мироздании, слове, да, мироздание, заключена великая абстракция, которая дает нам реальный кров. Мы живем в этом здании, пользуемся мирозданием. То, что абстрактно начерчено, как когда-то виртуозные вселенные чертили люди, то потом действует в ужас человек. Да-да-да, вот те самые, большие, так сказать, проповедники, большую ценность, в кавычках опять, все у них возвращено. Так вот, все то, что заложено Богом во Вселенной, а именно порядок, оно и появляется, включая порядок звезды, их контуры, которые возникли из линии Вселенной. Мы могли бы назвать рассказ и линии Вселенной, не ошиблись, потому что здесь мы затрагиваем важнейшие черты этой Вселенной. Но мы называли просто 1, 2, 3, 4. Ну, естественно, это уже дальше зависит. И вот из этого простого ряда натуральных чисел возникла вся Вселенная. Это же не секрет, что люди и раньше догадывались об этом и всегда отражали в этих простейших приспусках, сказках и подобных мудростях, которые они формулировали в изящном краске. Вот, например, 1, 2, 3, 4, 5 вышел зайчик погулять. Да? Вот кто не знает эту детскую сказочку, правда, она имеет печальный конец, вдруг охотник убегает, прямо в зайчик стреляет, и папой умирает зайка мой. Или зайчик, как хотите, так и называйте. Важно, что печальный конец, но почему-то детям сообщают об этом и не боятся, что они станут мрачными или будут всего бояться, потому что вот зайка же умирал, значит, может быть, и ребенок какой-то будет умирать, и дети умирают иногда, и тем не менее жизнь. Потому что основная тенденция – это жизнь. Но бывают исключения, как правило, и никто их не считает такими трагическими, поскольку жизнь всегда восполнит те потери, которые неизбежно возникают. Они почти что неизбежны, иногда обходятся без трагических случаев, но все-таки то, что бывает, оно только подтверждает правило. Жизнь идет вперед на полном ходу, набирает свою мощь и завоевывает еще не одну, а одну за другой, а может быть и несколько одновременно. Потому что жизнь распространяется как огонь, как пламя по Вселенной. Поэтому жизнь
также она неукротима и она прекрасна. А вот фигурочка тоже она растаяла. Ну как вот зайчик умирает, зайчик, а там фигурочка растаяла. И что она поет? Люблю и таю. То есть она сообщает, что она так любит, что она, конечно же, не умрет здесь. Она еще придет, придет эту прекрасную пору, крепкую пору, скрипящую мешком. И снова с Дедом Морозом они сделают свое прекрасное дело, то есть осветят мир искрением снежинок, искрением, и люди возрадуются холоду, потому что холод уступит место потом весеннему, а потом и летней жаре, которая будет не такая занудная и удушливая, но напротив, пробирающее тело и говорящее, что вот этот жаркий мир, он прекрасен, и жаркая тень не ломит, как говорит народ, даже если это и батя. То есть народ все уже давно измерил, освоил, сопоставил и пришел к выводу, что мир прекрасен. Да здравствует наш прекрасный мир, который вечен, умирающий и служит частью всего человечества. 1, 2, 3, 4. Как называется следующий рассказ Сергикова, который ничего не придумывает с самого начала, поскольку эти цифры как раз высвечивались на дисплее телефона. Телефон показалось это символично. Как раз он занимался все время, вот это время работы со своим наследием. Наблюдением над порядком, созданием порядка, восславлением и прославлением порядка. И все это было содержанием его актуальной работы. И есть содержание работы с мирозданием. За мирозданием есть отдельно, а Сергиков отдельно. Его рассказами, это есть взаимодействие с целым, если Сергиков надо, то мироздание осуществит любое его желание, поскольку Сергиков понимает глубину мироздания и уважает его цель, способен отразить важнейшие черты этого великолепного здания Вселенной, которое мы так и называем мироздание. Даже вот в этом мироздании, слове, да, мироздание, заключена великая абстракция, которая тем не менее дает нам реальный кров. Мы живем в этом здании, пользуемся мироздание. Начерчено, как когда-то чертежники вселенной чертили люди, то потом действует и служит человеку. Да-да-да, вот те самые, которых эти христиане, большие, так сказать, проповедники, большие ценности, в кавычках опять, все у них. Вот, все то, что заложено Богом, а именно порядок,
возвращаем в порядок виды и контуры.